Ведем работы на участке сегодня. Вот так он. Кто представляет? Пришли сделать дренаж, спустить воду. Я цыпка. Ведем работы. Дренаж, полотина, как всегда. Вот так, столько здесь воды. Начали спускать. Все будет под уходом. На участке вот таком сделали одну ветку дренажа. Вода спускается, сделали вторую. Вода как скапливается сразу же. Со всех мест начинает стекать в нижнюю точку. Очень классно это произошло, потому что прям разбивается. Стой, стой, стой! Делаем третью линию. Сейчас застелим до конца. Геотекстиль растяну, положу трубу, колодец и начнем засыпать. Щебень вам довезенный. Уже почти досыпали ее. Заворачиваю ее. Вот разровняли. Песком засыпали что ту. Сейчас центр пройдем и ту сторону тоже разровняем. Пока только эту сторону разровняю. Начинаем засыпать песком и потихонечку выравниваем за собой эту половину. Та половина вот ровная. Сейчас эту выравняем. Так, ну вот, а то скоро стемнеет. Там возле забора одна ветка, вот вторая ветка, вот третья. Экскаватор за собой все поравнял. Сейчас мы заезд песок распределим, щебень наверх. На геотекстиль высыпем, будет небольшая стоянка. Ну все.